Замухрышка, да тебя пальцем перешибешь. Не будь так уверен. Что тебе надо? Словом, достичь того, чего не добьешься кулаками. Что? Хочу победить во флютинге. Я готов к поединку. Вот деньги. Начинай. Посмотрим, так ли ты хорош, как хвалишься. Я внушаю всем страх, и норвежцам, и саксам. А по-моему, ты трус, глупый хвостун и плакса. Блоха! Жалкая тварь! А, не старайся, меня тебе не напугать. Твою храбрость всегда я могу испытать. Как ты смеешь? Хватит лясы точить. Сдайся или дерись. Драки хочешь? Так просто за дело берись. Языком ты трепать умеешь. А как насчет подраться? Я хочу забрать свой выигрыш. Получай! Тебе конец! Ты все доказал. Признаю, я поражен. Ты силен и умом, и телом. Забирай свой выигрыш. Спасибо. Беру.
Друг или враг? Тише, друзья. Говорят, вы знаете, где бриты прячут свои припасы. Значит, мы тебе друзья? Разумеется. Ты уж прости, но трудно доверять данным, которые столько лет нас грабили. Да, у меня нет права просить вас о помощи. Но я сражаюсь, чтобы закончить войну. Если ты борешься с мерзавцем Родри, я расскажу тебе все. Бриты везут свою добычу через Дхустонский карьер. Видишь башню на юге? Там были холмовые врата. Карьер немного дальше за ними. Спасибо. Постой-ка. Если тебе нужна помощь... Возможно. Там в карьере много славных парней из Мерсии. Они служили Тену Мертону. Если бой будет неравным, выкрикни его имя. Тогда они помогут тебе. Слава Тену Мертону. Ясно. Сюнин, укажи путь. Застава Венлока. Если захватить там припасы, бриты сами запросят мира. Thank you.
вытащи меня из этого курятника. Люди для Фирда Диорлафа. Ценнее припасов. Ты свободен. А теперь помоги своему Ширу. Арто. Приводят храбрейших и спавших в зал Одина, где те вечно пируют и дерутся. Ха, какая чушь. Камнями. Когда я был в плену, видел бой насмерть из-за нарушения такой клятвы. Они жаждут смерти в битве, а мирную жизнь считают. Я видел, как один скачан подпрыгнул, зажал нос и взмолился во весь голос. Сказал, что злые духи пытали его, забравшись в нос. Thank you.
слышал, ему дали вареные печеньки с сыром. От проказа поможет, а от поноса... Каждый раз, когда они видят Ворона, думают, что Один смотрит на их храбрость. Они считают, что зад чешется, когда какой-то злой дух хочет овладеть телом. И не шутят. Безбожные дикари. Тьфу. Поймали разведчика. По его словам, только потому, что... Словно он не умер, вот... Понять бы, где они берут припасы, и Родри сам начнет умолять о мире. Мне нужна твоя помощь, Сюнин.
Что ты видишь? Хустонский карьер, повозки с припасами. Если их сжечь, Родри сам запросит мира. Если меня узнают, будет плохо. Слава Тену Мертону! Сказал, что освобожденные пленники войдут в наш фирт. Ты нужен Широпшоу. Thank you.
нам при... Да, проклятие! Они нам пригодятся. Ты нужен Широпширу. Придется подлатать. Я горю! Обе мои задачи выполнены. Теперь Родри наконец одумается. Пора в Уэсбери, пока Ивар не начал буянить.
Видимо, заперто с той стороны. Ooh.